приветствую всех нас. Как приступил нас спутник. На, приветствую, посмотрели. Очередной четверть финал Кубка ОЗР по классическому зимнему хоккею. Часть команды Сухов. Где у нас Сухов? 70-79. Бедро 565. И команда 165, бедро 184. А 79 в какой форме играет? 79 в какой форме играет? Не знаю, куда присутствует. Обе команды. И вот счет сравнивается 1-1. Немного мы опоздали, первую шайбу не заняли. Так, вот уточнили судьи, обе команды 565-го цеха. Ну да, все верно, просто одна удлинилась 70-79, а вторая 184. Уточнили за дуа. Подскажите, счет 1-1, да, уже? Да? А кто у вас отличился? Кто, я фамилию не знаю. Ну, зовут хотя бы имя. Ваня, да, отличился? У вас команда объединена 79? Нет. Наоборот, да? 79. Ага, понял. То есть два цеха против друг друга. Ну, один цех, точнее, друг против друга. Так получилось. Так вот, такая вот жеребьевка у нас. Там кто? Там с кем объединил? 70-й. Только вот выясняем, кто с кем объединился. Так, когда один цех друг против друга. Вот, вот битва коллег. По работе. Баны пятачки, шайбы все потеряли. Что нападающий-то не держит, защитник блядь. Между собой там чуть-чуть такая заварушка не начала. Здесь происходит без шайбы уже, и судьи свистнули все-таки. Будет разыграно сбрасывание. Тёма, иди ворота. Тёма, на работу! Хороший удар этот, 2-1. Команда в черной форме снова выходит вперед. Так быстро развиваются события в первом периоде. И команда 184, ну, объединение 165, 184, в целом выходит вперед. Погода сегодня ноги. Довольно теплая, снега нету пока что. Как это было вот первый день финала. Все комфортно для этих людей. Видно, что уже два четвертьфинала кубки состоялись. Академик. И в полуфинал вышли команда 310-640. Команда 130-385 вышли снайпером. В данный момент является Сурнат Михаил. Топ-1 по покерам, не помню, первых игрок. Игрок 310, топ-1, топ-10. Кругов Александр еще оформил. Хэт-трик и Гадюгу отдал. Игрок 310, номер 61. Немного пораньше началась игра, где-то 17.55, поэтому не было, к сожалению, вторую шайбу запечатлить. Ну, мать проходит
в равной борьбе, по сравнению вот с первыми четырьмя финалами, где там были разгромы в одну сторону, 13-10. Сразу видно, что играют близко одного. Сехов, вот мы поднялись, равна сила. И впереди у нас вот Никита тоже выйдет вперед. Хорошая комбинация, вот Галкита прочитался. Выручил. Так, команда в белой форме. Сбил шайбу, вот тут шутят коллеги. Догоняй его, так, в черном. Первый замен. И офсайд зафиксировал лайнсмены. Сегодня судьи у нас новые. Состав арбитра. Почему-то там. Судьи встречи. Вот Юра Климов выступает белый за 184. Футболист, у него можно будет уточнить. Тоже судьбу. Это шайба. 184. 5. Галкитер прижимает. Как бы ко льду, чемпион с брасами. Громак, кто забил первый гол? Они? Не. У вас. У нас Ваня Фонс. А как у меня, Иван? Никто не знает. Да, прилично. Иван, а вот они пока выяснить не удалось. А у соперников не знаете, кто забил? Играй! Юра! Да. Юра! Все, Юра уже на льду. Ты не идешь? Юра! Да ты, блядь, бежишь уже, ебал, заебал! Юра, не заменили? Я думал, куда езжай? Не бежишь, не нет, но... Юра! Кто вас забил? Как зовут, кто забил у вас? Дай-ка, я не помню, кто не знаю. Знаю. А у соперников? Сама! Тоже не знаю. Юра, спроси пока на замене, кто забил. Он не успевает сюда, видимо, уже на замену ходит. О, ребята! Качок выход из обороны. Покатывает защитник. 77. Шайба уже в борту тут. Вот так от 77-го. Дальний бросок, был на месте.
Классно, рукой так выловил шайбу на подачу и успел навести бросок. Но голкипер тут получает, так что он так всего под шайбу. Через замен. До 84-го, 85-го. Вышел в игру 15-0. Там небольшое повреждение получил голкипер. Поэтому небольшая пауза. Но все в порядке. Опять вот так уже встречу. Классный перехват делает пиво, но все-таки не шайба остается. Соперник. Где он попадает? Пуля не выкатывается. Пуля не там делают приворота. Так незаметно уже вот 11,5 минут прошло первого периода. 2-1. Борьба все. Путевку в следующую стадию, полуфинал. Все впереди. Сейчас у нас интрига, кто же выйдет дальше, разрыв счете всего. Аллах, я смотрю, вообще не шею не выйдет. Защита классно действует. Не бросок. Был классный дриблинг, но нет, все-таки далеко слишком шайбу отпустил. Отпадающий. Низкий бросок уже не удалось. Классный удар, там у меня под кого-то шайба прилетела и до цели не дошла. Все классно сделал. Игрок 77-го. Слышно удар. Позицию пройдем, но вновь голкипер вручил. Вот такой быстрый бросок после розыгрыша. Сбрасывание. Надо теперь 12 номер был готов. И вновь вратарь вручает. Никак не удается вот забить третью шайбу. Команды 77-го, 70-го. Приклад, отличный дриблинг. 2 в 1 идет атака, можно забивать третью шайбу. Комбинация и вратарь молодец, еще и защитник там вовремя вернулся. Но все-таки шайба оказалась в воротах. И это 3-1. Концовки вот первого периода. Все возможно сделать ситуацию голкипер, но не получилось. 3-1. 79-й, да, ведет? 79-й, да, ведет? Ох ты, вот это классно протянул ближнюю девятку. Вратарь. И тут показался мастерство. Если бы не было самотрежный град, счет мог быть чуть еще больше.
показывает верную игру, прижимает. Сейчас пойду. Равновесие, и это не позволило ему вести просок решающий момент. Это первый матч четвертьфинала, где вот обе команды уже отличились. Что радует. Выходи из обороны, шайба после броска улетела на трибуну. Тоже так же. Та же ситуация была, в итоге шайбу не нашли. Пришлось все поменять. Сегодняшний игрок где болельщики помогли. Матч продолжается. До конца первого периода остается буквально 3 минуты. Возможно было 184, еще один бросок. Да, тут грамотно сюда защитник. Закатился за ворота и разрядился нахуй. Еще момент. И вновь тут. На подборе игрок. 70-79. И у нас конец первого периода. Сбрасывание в их зоне. То есть сбрасывание. Я слышал! Грубо скажи, какие штуки сбрасывают, просто там вроде играли, там же болит. Там он получил игрок. 79, приходится ему сколько. Коллег на площадку, желаем здоровья. Чисто. Чтобы все положить матч. Серега! Один уходите, ёпта! Да, тут нарушение численного состава, там как удалить. Это было поменять. Подсказали. Из одного цеха две команды. Численный состав. Вовремя один хоккеист поднял площадку. И на этом все. Вперед. Закончится, узнаем, как это было. Он сразу вот так, блядь. Сразу вот так, блядь. Что, может, снег у тебя? Я, блядь, иду. Сиди. Что, посиди, пускай переоденемся. Что сейчас? Куда кататься? Отдыхать, отдыхать. Нет, ну что это следует? Я иду, Лулу. Толки ему. А подскажите, кто забивал? Вот Максим забивал. Первую шайбу? Первую, я забил. Третью шайбу. Максим, а фамилия как? Лахтин. Как? Лахтин. Лахтин? Лахтин. Лахтин, Максим третью шайбу забил. А первую, вторую? Первую я забил. Первую, вы, да? Как зовут вас? Пешин Данил. Пешин Данил. А вторую? Вторую кто? Олег. А фамилия? Как фамилия у них? В каком он шлеме? В белом? Вот сиреневая майка. Сиреневая, спутник. Черный шлем. Так, еще раз, озвучьте. Быков Олег. Олег Быков. Ага, спасибо. Ну так а что ты баги не сказал? Кто у вас забил, как фамилия? Я не знаю. Так узнал,
поел. Он там чего пришелся? На поляну не пускает, ничего не дают. Кажется, так не удается выяснить фамилию. Тоже забил команды. Команды 104-го, 165-го. Ну, концовку матча все равно выясним. У команды 70-79 отличались. Разные все шаги забивали разные авторы, поэтому у нас ни одного дубля, и хэт-трика сегодня пока что нет. Будет бросок, нет, бросок, выполнить оборона. Голова, да, со своего угла, как выручает, видим, вот, лучший матч пока что был кикер составил. И вновь у нас шайба покинула пределы. Карта улетела на трибуну. Там пришел там уворачиваться. Хорошо, что никто не пострадал. Так все, болельщики показалось. Хорошо. Что ты, говорит, приземный? Я, говорит, лучше бы дома сидел, поел бы, хоть что-то сидел. Сиди тут, мерзни, блядь. Три вида у нас по-прежнему. Будут 70-72. В черной форме. В черном синий. Ваш любимый удар. Бросок. Голкипер вновь на высоте. Хороший навес по футбольному забрал зону соперника. Свисток было, игроки вот не слышат и продолжают играть. Что-то еле-еле слышно как. Все-таки вот люди зафиксировали. Или пробос, или позже, наверное, не думал. Пробос. Раз он будет на половине. Хорошая комбинация, там отличный шут, пас был на дальнюю, как не захнул партнер. То есть как ошибка добивания. И вновь 12 номер. Место нет надежно. Четвертую шайбу. С ворота. Здоровье поднимите, да, бля? Служи у меня сына, ты побегай. Дальний бросок, шайба отлетел в дальний нижний угол. Номер выполнял бросок. Ну и тут вратарь. Горячо. Давай,
хорошую позицию, да, отличиться. Тут уже все-таки вот забивание. Тут забивает нос. 79. Сейчас 24-1. Три шайбы, хорошая заявка. 70-79, чтобы вышли, выйти в следующую стадию. Это такая вратарь. Номер выручается у них как только может. Ну, вот что еще все-таки таким напором команде тут напором забить удалось. Выбрать! Хороший перепад, вот 1-1. Вратарь выручил, но потерял вот шайбу из вида, но все обошлось. Ладно, а то мне сейчас обидно было в расходе. Там видели защитника. Вот хороший дриблинг. Отдается в атаку 184-й. По-прежнему в зоне соперника. Такой прострел вдоль ворот, мне не казалось, там дальше что-то забыть. Так и снова 79-65. Ну, совершенно взломаем. Цифры, которые сейчас, может, вот играют из одного цеха. И чё? Забыли свои, блядь! Шайба на пятачке. И удалось у нас переиграть голкипера. Точный пас через всю площадку. Конечно, пятачок, голкипер, молодец. Буквально вплотную его расстрелил. Форвард. Голкипер вышел. Если это ситуация поближе. Касание, но тут только от нее руки. Точнее, полевой игрок от нее руки. Вот. Должен выше действия, шайба в зоне 70-89. Начинает у нее атаку, вот таким черпачком прям в ворота шайба летела. Могла здесь навесить там, она не залетела. Хороший приклад. На Юру, но нет, шайба до него не дошла. Основная атака. Вратарь классно действует, выручает. Добивание. Тут. Эпизода. Номер 3, смотрите, что лучший игрок. Сейчас составил 184. Перехвачено, но выйти из обороны
Не удается с помощью точных пасов. Дальше удар в дальний угол, это могла бы стать второй шайбой. Но вот этим чуть-чуть точности не хватило броску. Еще один удар, и это шайба! Все, что мог, нас помешает, но в итоге чуть-чуть залетело в ворота. А кто забил? Кто забил, как зовут? Ванька. Это вторая шайба, да? Так вот фамилию не выяснили мы. Ладно, Ваня, оформим дубль в сегодняшней игре 5-2. Так вот по шайбе удалось все-таки вот счетом забить сразу 4 уйди. Ну, наверное, не остановится. Попытается сделать себе камбэк, но для этого не нужно делать. Трижды. Сразу же есть 9, в атаку. Хороший удар. Саша вылетел, но он еще выше. Перекладины. 40. И это 6-3. Классно, передача была на дальнюю, и там вот игрок. Так вот симметрично действует оба цеха, но все-таки один цех. Одна команда в первом забила 3, и во втором 3, и вторая в первом одну шагу, и во втором тоже одну. Результаты, но еще время есть, чтобы эту симметрию нарушить, чтобы кому-то еще будет лучше все результативность. Питерка, кто сука держать будет, блядь? 5 на весиком выходит из зоны. 4. Есть мячом. Ребят, ошибку Сергей снова. Шайба. Передачу партнер не смог обработать. Это Юра. Снимется. Номер. Получает обратную передачу за воротами, но тут его вот встречает на основной защитник 79-го и вот он, так вот получилось. Надо все попомнить. Залез за ворота. Передача надо было, передача надо было. Он сработал. Сергей, хороший пас по борту. 25 номера. А что, попробуй? Ну, это как раз игрок соперника. Это такой у нас лидер матча. И это 7-1. Снова отличился игрок. Что там еще? Иди! Вы ему веревку сделаете! Вы что, эти русы, что ли, заткнули в уши, нихуя не знаете, или плюшка? Да ты заебал, не играешь, нихуя! Блядь, четвером играем, нахуй это тебе! Удар в дальний угол, так, удар выручает. До конца поединка остался 5 минут. Блядь, тут вот перевернули меняться, блядь.
Автор в последний глушает. Атакует. Разворот. Обыграл двоих. Андрей Федорович, комбинация. Борьба там на самом пятачке. И все-таки это 8-2. Напором удалось забить свою шайбу. Очки, говорит, заботили, не знаю, где меняться. Удалось 70-79-му улучшить разбутинность во втором периоде. Забив уже 5 шайб во втором тайском матче. Судьи увидели положение одни игры. Сбрасывание. Классный внимательный бросок. Разносом с воротами. Голкипер спасает добивание, мимо. Чудом где-то шайба пока что не залетела, просто вот выносит из своей зоны 184. Сейчас немножко передохнуть. Сейчас он практически весь матч обороняться. И вновь положение игры. И на этом все. У нас матч завершается. Сейчас счет 8-2. Ждает 5. 79. Еще мы поздравляем. Соперники молодцы. Все-таки чувствовал, что старт послабже, но умели забить две шайбы. И выступили. Просто отметим играть голкипера. Голкипер выступал в лучшем матче. Всем достойно. Он делал и так еще будет еще крупнее. Активное фото будет на память. Скорее, Юра, пойдем пару слов интервью. Интервью на Юрий Клинцев, игрок команды 565. 70-79. Юра, как... Не, мы не 70-79. А 184. 184. Да, 184. Юра, как игралось? Все-таки сильный соперник был. Ну, игралось, конечно, тяжело. Пока не наш уровень. Но в этом году уже, можно сказать, хороший актив мы сделали. Потому что во второй группе 4 игры, 4 победы. И вышли в следующий этап. Ничего, состав все комплектовывается помаленьку. Надеюсь, на следующий год хуже не сыграем. Но так, молодцы пацаны. Бились до последнего. Давайте с вами выберем лучшего игрока в вашем составе. Кто это был сегодня? Это, конечно, вратарь наш Сергей Топорков. И благодаря ему счет, можно сказать, не такой страшный, который мог бы оказаться. А так, в принципе, я говорю всем огромное спасибо. Как бы... И удачи уже в следующем сезоне. Да, на следующий сезон будем собираться также. Как мы играем, это раз в год мы собираемся. Никто нигде не тренируется, видно сразу по мужикам, что они где-то занимаются. Ну, спасибо, Юла, давайте, удачи спасибо, вам в следующем сезоне уже. Всего доброго. Ребята, подскажите, кто забивал? Во втором периоде кто? Я со спринцем буду помнить. Подскажите, вы забивали, да, во втором периоде? Да. Какие ваши шайбы по порядку? О, какая четвертая. Пятая шайба получается. Хэт-трик сегодня удалось оформить? Как вас зовут, представьтесь? Данил. Забирайте. Масалков. Данил, ну, по день с впечатлением, легко, тяжело было. Ну, в принципе, не бывает легких проходных матчей. В принципе, соперник также выходит побеждать. То есть... Пришлось постараться сегодня, чтобы, да, конечно, выйти в полуфинал. Как бы здоровая борьба. В принципе, никто не хочет уступать, так скажем, место под солнцем.
поэтому соперник сегодня вышел на заряженный, настроен, то есть дали бой, молодцы, за это спасибо. Угу. А подскажите, как вы в группе выступили? В первой выступали же, да, наверняка? Да, в первой группе, ну, как бы из года в год так стало быть, что традиционно уже вот как бы выходим на лидерские позиции, на лидерские места, то есть из года в год играем в плей-офф. Угу. А в этом году в группе какое место вы заняли по итогам? Так, получается, я не слежу за турнирной таблицей. Ну, так, в общем, сколько побед есть? Сколько побед? У нас, по-моему, я знаю, что есть ничья одна, вот и все. Без поражения прошли? Да, без поражения. То есть, серьезно настроены в этом году все-таки взять первое место? Да, в принципе, мы каждый год настраиваемся только на призовые места. В принципе, пока идет все хорошо. Ну, спасибо большое, удачи вам уже в полуфинале, выйти в финал. До свидания. И на этом мы заканчиваем трансляцию первого, точнее уже третьего четвертьфинала Кубка ОВЗ по хоккею 2021. Всем спасибо за внимание, до свидания и удачи. Сами туда не пойдем. Я по мини-пути, там лед такой дорогой. Прошлый-то финал, там прошлый финал здесь невозможно уже было играть. Деньги там.